Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер всем, кого в этот замечательный праздник собрала наша большая, огромная и позитивная площадь. Добрый вечер всем в этот праздник! Праздник выпускника! Добрый вечер и вам, дорогие выпускники! Ведь именно вам посвящено сегодня все то, что будет происходить на нашей сцене. Остались позади школьные линейки и получение аттестатов. Волнение перед экзаменами и бессонные ночи подготовки к ним. Сегодня вы с легкой душой сможете оглянуться на школьные годы, вспомнить свой первый день за школьной партой, поблагодарить любимого учителя и, конечно же, посмеяться над школьными происшествиями. Сегодня с нашей сцены прозвенит ваш последний школьный звонок. Вы еще не знаете, но много лет спустя, вспоминая школу, вы вспомните этот день и поймете, насколько он вам дорог. По нашей доброй традиции мы провожаем вас во взрослую жизнь с главной площади нашего района. Для торжественного открытия мы приглашаем на сцену главу Змеевской районной государственной администрации, депутата областного совета от партии регионов Мураева Евгения Владимировича, с легкой руки которого организован этот праздник. Громче аплодисменты! Добрый вечер, дорогие выпускники! Добрый вечер, уважаемые директора школ, учителя и, конечно же, родители. Сегодня я хочу поздравить всех нас с самым, наверное, замечательным днем в жизни наших детей. И хочу открыть праздник, который стал у нас уже доброй традицией. Уже 3 года подряд мы на этой сцене чествуем самых лучших. Отмечаем самых талантливых наших детей, которые прославляли наш край далеко за пределами нашей области. Сегодня мы имеем уникальную возможность отметить лучших, сказать слова благодарности учителям за их каждодневный и тяжелый труд и выразить свое уважение родителям и семьям наших победителей. Я хочу, чтобы вы знали, вы – наша гордость, наша слава и наше будущее. Я абсолютно уверен, что год от года наш праздник будет становиться все больше, его масштабы будут расти, границы будут стираться. Сегодня у нас на празднике будет очень много гостей. Я думаю, они смогут насладиться нашим гостеприимством, нашим радушием и отдохнуть вместе с нами. А сейчас я хочу пригласить на сцену нашего друга, моего коллегу, главу Харьковской районной государственной администрации, депутата областного совета от партии регионов Сбукаря Виталия Павловича. Встречаем! Спасибо. Уважаемые выпускники, уважаемые родители, уважаемые дорогие наши учителя, добавить к этому спичу, который произнес Евгений Владимирович, можно только одно. Мы уже 4-й раз в каждой из 50 школ поздравляем наших выпускников и наших самых-самых лучших, одаренных. И это не лишнее. Поздравлять можно еще сколько-сколько раз, но самое главное, они сами себя поздравили тем, что сделали этот шаг. Они уже выпускники, они самые лучшие, они наша смена. Спасибо всем родителям, спасибо всем учителям, спасибо им в первую голову за то, что они смогли это сделать, и этот шаг таки правильный. С праздником! Школа проявляла в нас склонности и таланты, воспитывала трудолюбие и ответственность, учила уму-разуму и жизни. И нам бесконечно приятно приветствовать на нашей сцене в этом году такое огромное количество выпускников-медалистов. Мы гордимся их успехами, верим в их будущее и с удовольствием приглашаем на сцену сводный коллектив выпускников-медалистов Змеевского и Харьковского районов. На небе радуга сияет и блестит. Сегодня вам по ней проход открыт. Листва мерцает, словно изумруд. А цветы радуги видны нам там и тут. День этот в сказку погрузился и затих. Он хочет задержать чудесный миг. Увидев радугу на небе, улыбнись и в мир мечты бескрайний погрузись. Пусть эта радуга уносит вас в полет. Вас впереди чудес немало ждет. Итак, уважаемые друзья, встречайте
Выпускники Змеевского лицея номер 1. Корчагин Дмитрий. Кравцова Татьяна. Пилипчук Валерия. Сабалаева Евгения. Костенко Юлия. Тараненко Елена. Богуславский Артем. Борозняк Руслан. Головина Наталья. Нестерцова Анна. Панова Александра. Тимошенко Дарья. Штефан Евгений. Продолжаем. Встречайте, выпускники-медалисты Змеевской школы номер 2. Вигун Юлия. Дроботенко Анна. Зайченко Владимир. Манько Юлия. Нестерцов Сергей. Сердюк Елена. Сысоева Мария. Продолжаем. Выпускники-медалисты Комсомольской гимназии номер 2. Бандюк Карина. Ильина Инна. Тутова Алена. Соскова Ольга. Климова Валерия. Марущакова Анастасия. Томашевская Алла. Друзья, аплодируем и громче. Приветствуем наших выпускников. Громче, приветствуем... громче, громче! Друзья, давайте еще раз. Чим, приветствуем наших героев. Громче аплодисменты. Поднимайте награды, медалисты. Пусть все видят, какие вы молодцы. Еще, еще, еще громче! Дорогие выпускники, сегодня удивительный день. Пускай на душе немного тревожно, но этот день все равно будет светлым, ярким и красочным, как и наша радуга. Символ множества дорог. У каждого из вас она, конечно же, будет своя, и мы желаем вам выбрать ту, которая обязательно приведет к исполнению вашей заветной мечты. Дорогие наши, эти аплодисменты, это приветствие, это все для вас. Спасибо вам большое. Мы провожаем вас и желаем вам дальнейших побед. Пусть все ваши дороги будут светлыми, яркими и ведут вас к нужной цели. Удачи вам, ребята! Друзья, ну а мы с улыбкой на лице от души аплодируем и проводим со сцены наших героев и наших выпускников. Громче овации! Итак, встречайте, гордость Змеевского района, Комсомольский лицей номер 1. Итак, гордость Змеевского района, Комсомольский лицей номер 1. Губская Янна. А также Гранкина Валерия. Умницы Комсомольской гимназии номер 2. Амельченко Дарья. Данилова Ольга. Наконечный Михаил. Руденко Александр. Итак, друзья, победители из Змеевского лицея. Змеевской лицей номер 1, конечно же. Керопян Анна. Вот Анна появилась на сцене, а мы переходим к следующему выпускнику. Тимошенко Дарья. Богатская Анна. Панова Александра. Данила Наталья. Головина Наталья. Лисенко Валерия. Рапинчук Екатерина. Зитьковская общеобразовательная школа 1-3 ступени. Поросочка Евгения. Змеевская общеобразовательная школа номер 2. Левицкая Любовь. Слышим? А также приветствуем Двигун Юлию. Друзья, на нашей сцене появляется представитель Боровской общеобразовательной школы 1-3 ступени. Пашнев Роман. Ничто так не объединяет, как стремление к общей цели. Мы гордимся нашими командами-победителями. Юных физиков Змеевского лицея номер 1. Итак, состав команды. Богуславский Артем. Штефан Евгений. Кузенко Алена. Сабалаева Евгения. Панова Александра. А также, друзья, встречаем бурными, несмолкаемыми аплодисментами юных химиков Комсомольской гимназии номер 2. Наконечный Михаил. Диденко Олег. Марущакова Анастасия. Юные биологи Змеевской общеобразовательной школы номер 2. Встречайте, друзья, Нестерцов Сергей. Зайченко Владимир. Манько Юлия, Левицкая Любовь, Макарчик Виталий. Спасибо вам огромное, ребята.
Получайте свои награды. Я надеюсь, вы будете помнить об этом дне и будете знать, что мы вас ценим и любим. Дорогие друзья, благодаря тем, кого вы видите сейчас на этой сцене, мы можем гордиться успехами наших детей. Это их труд сделал из обычной детворы победителей всеукраинских ученических олимпиад, всеукраинских конкурсов защит научно-исследовательских работ учеников, членов МАН и всеукраинских конкурсов в этом учебном году. Нам очень приятно приветствовать на этой сцене представителей из Миевского района. Итак, уважаемые друзья, встречайте шумом и бурными аплодисментами. Комсомольская гимназия номер 2. Курочка Надежда Николаевна. Пинчук Ольга Николаевна. Игнатова Валентина Васильевна. Продолжаем дальше. Змеевской лицей номер 1. Тимошенко Валентина Николаевна, обладательница почетного звания «Учитель года». Ваши аплодисменты. Бондаренко Оксана Владимировна. Также Комсомольский лицей номер 1, Козлова Татьяна Васильевна. Битнова Алла Ивановна. Змеевская общеобразовательная школа номер 2. Склима Елена Ивановна. Хомик Константин Васильевич. Зитьковская школа. Швецова Зоя Федоровна. Надточий Николай Иванович. Тарановская общеобразовательная школа. Смаковенко Юрий Иванович. Встречайте руководителей, которые творчески и эффективно внедряют инновационные технологии, добиваются значительных результатов в реализации государственных стандартов наших замечательных директоров. Громче аплодисменты! Мы приветствуем Змеевской район. Кондратюка Валентина Николаевича, директора Первомайской гимназии. Гутарину Людмилу Владимировну, директора Комсомольской гимназии номер 2. Кухлееву Екатерину Владимировну, директора Шелудьковского лицея. Ваши аплодисменты. Дудареву Лидию Ивановну, директора Змеевского лицея номер 1. Безусую Ольгу Ивановну, директора Задонецкой общеобразовательной школы. Терещенко Елену Викторовну, директора Тимченковской общеобразовательной школы первых-третьих ступеней. Долинскую Валентину Николаевну, заведующую Первомайским дошкольным учебным заведением. Также мы рады видеть на этой сцене Штефан Екатерину Ивановну, заведующую Комсомольским дошкольным учебным заведением номер 3. И Малюка Виталия Александровича, директора Гинеевской общеобразовательной школы первой-второй ступеней. Дорогие друзья, мы бы хотели пригласить сейчас на эту сцену также Козлову Татьяну Васильевну. Татьяна Васильевна, просим вас подняться к нам. А также мы хотели бы пригласить на нашу сцену главу Змеевской районной администрации Евгения Владимировича Мураева. С огромным удовольствием мы награждаем на этой сцене Малюка Виталия Александровича, директора Гинеевской общеобразовательной школы первой-второй ступени, нагрудным знаком Василий Сухомлинский. Ваши аплодисменты! А также Козлову Татьяну Васильевну! Поздравляем вас! Итак, друзья, давайте еще раз все вместе поаплодируем той красоте, которая сейчас находится на нашей сцене. Еще раз ваши бурные аплодисменты. Ну а сейчас пришла пора встретить здесь, на нашей площади, тех, кто любовь и верность своей профессии пронес через всю свою жизнь. Мы приветствуем на нашей сцене учителей-ветеранов, стаж работы которых более 60 лет. Итак, друзья, встречаем бурными аплодисментами наших героев-учителей. Ветеранов, встречайте! Деревянко Вера Антоновна, учитель математики Первомайской гимназии, почти 20 лет обеспечивала научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, работая заместителем директора. Бояринцеву Светлану Ивановна, работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе Комсомольской гимназии номер 2.
Друзья, шумим, аплодируем. Хохитова Светлана Васильевна, учитель английского языка Змеевского лицея номер один. Воспитала не одно поколение змеевчан. Кошатка Мария Афанасьевна, учитель математики Змеевской школы номер два. Имеет больше 10 своих последователей. Громче, громче аплодисменты нашим героям. Купина Лидия Ивановна, учитель украинского языка и литературы Комсомольского лицея номер один. Имеет высокий уровень профессионализма, который позволил ей прославиться во всем районе. Да что там в районе? В области и в городе, Олег? В стране, я больше скажу. Калашникова Галина Федоровна, заслуженный работник Украины. 27 лет возглавляла педагогический коллектив Шелудьковского лицея. Громче аплодисменты! Кравченко Лариса Семеновна работала в Змеевской школе номер один и Чемужовской школе первой-третьей ступени. Демьяненко Екатерина Яковлевна 45 лет отдала делу образования. Из них более 10 лет она была руководителем Борковской школы. А также встречаем Дегтярева Наталья Сергеевна. Работает в Лиманской средней школе первой-третьей ступени учителем начальных классов с 1975 года. Имеет единственную запись в трудовой книжке. Друзья, давайте поаплодируем этому факту. И встретим нашей овацией Гильбранд Раису Ивановну, учителя истории Зитьковской школы. Работает учителем истории с 1973 года. Имеет единственную запись в трудовой книжке. Буряк Галина Ивановна. Больше 20 лет работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Скрипаевской школе первой-третьей ступени. Дорогие наши, вы дарите нам свой труд и тепло ежедневно. Примите от нас эти подарки и эти искренние аплодисменты. Искренние аплодисменты, друзья, от чистого сердца, от всей души и погромче нашим ветеранам. Спасибо вам огромное. Мы провожаем вас с нашей сцены. Надеемся увидеть вас вновь на ней. Спасибо вам большое. Учительство – нелегкая профессия. И тем приятнее нам сегодня видеть на этой сцене тех, для кого это уже не профессия, а сама жизнь. Мы с гордостью представляем вам учительские семьи. Итак. Жадан Екатерина Антоновна, общий педагогический стаж 65 лет, социальный педагог Змеевской общеобразовательной школы номер 2 и Шурховецкая Оксана Павловна, директор Лиманской общеобразовательной школы. Друзья, аплодисменты! Нашим учительским семьям! Встречаем дальше. Орлова Людмила Дмитриевна работала учителем английского языка в Комсомольской гимназии номер 2. И, конечно же, Орлова Виктория Владимировна, 22 года, работает учителем начальных классов в Комсомольской гимназии номер 2. Друзья, встречаем Орехову Анну Ивановну, которая работала учителем украинского языка и литературы в Змеевской школе номер 2, 51 год. И Орехову Надежду Петровну, которая работает учителем математики 27 лет в Змеевской школе номер 2. Друзья, встречайте овациями. Погорелова Любовь Ивановна, учитель украинского языка и литературы Комсомольского лицея номер один. Педагогический стаж 45 лет. И Надалинная Оксана Анатольевна, учитель начальных классов с 25-летним стажем. Громче! Нет примера более верного и действенного, чем собственный. Вы тому подтверждение, ведь школа для вас не работа, а в прямом смысле слова родной дом. Дом, в котором ваши учительские семьи учат нас быть искренними и неравнодушными. Спасибо вам за это. Примите, пожалуйста, наши подарки и эти аплодисменты в вашу честь от ваших любящих учеников. Да, мы с радостью и гордостью приветствуем две уникальные семьи. Двигун и Опришка. Эти фамилии стали легендами в Харьковском и Змеевском районах. Друзья, ваши аплодисменты. Встречаем. Двигун Валентина Петровна преподавала географию в Чемужовской школе первой-третьей ступени. Одна запись в трудовой книжке –
стаж 40 лет. Ваши аплодисменты. Двигун Иван Тихонович, учитель трудового обучения Чемужовской общеобразовательной школы 1-3 ступени. Ваши аплодисменты. Двигун Алина Юрьевна, учитель английского языка Чемужовской школы 1-3 ступени. И, конечно же, двигун Евгений Иванович, директор Змеевской школы номер 2. Педагогический стаж семьи Двигун составляет почти 100 лет. И надеемся, этот командный зачет будет увеличиваться, так как дочка Евгения Ивановича, золотая медалистка 2012, наследует семейную традицию и поступает в педагогический университет имени Сковороды. Пожелаем успехов ей и всей этой уникальной семье. Спасибо вам! Мы рады, что сегодня на этой сцене у нас есть возможность от всей души сказать спасибо Мудрак Наталье Михайловне. Ваши аплодисменты. Ворохобиной Валентине Николаевне. Жаловой Алене Геннадьевне. Кравцовым Майе Владимировне и Игорю Алексеевичу. Гранкиной Людмиле Михайловне. Максименко Елене Анатольевне. Власенко Оксане Сергеевне. Лымаренко Ольге Васильевне. Шмулич Александру Николаевичу и Вергуну Виктору Гавриловичу. Друзья, ваши аплодисменты дружно! Эти люди – активные члены и руководители родительских комитетов, которые помогают школам в культурной, просветительской и организационной работе. Те, кто участвует в ее хозяйственных вопросах, поддерживает материально и, главное, воспитывает детей, которыми мы с вами гордимся. Как настроение? Пока так. Ну, как-то не очень, по-моему, с настроением. Давай у девочек спросим. По-моему, они стесняются учителей, что-то мне подсказывает. Учителя на сцене, вы стесняетесь проявлять эмоции, да? Попробуем с девушками. Девчонки, вы тут? Вот. Парни, давайте не отставать. Парни, громче! Ну, мы его догоняем почти. Девочки смеются, я бы сказала, Олег. Мне кажется, я бы даже сказала, слегка насмехаются. Да над кем? Надо нули над парнями? Я думаю, над парнями. Парни, я бы не оставила это вот так просто. Давайте пошумим, действительно, так не пойдет, но дамы громче. Ну, мы в любом случае будем все наши эмоции объединять. Давайте еще раз всем дружным мужским коллективом пошумим. Громче смеем, все вместе! Все вместе хорошо получается, но все-таки мне больше слышны голоса девочек, нежели мужской части нашей площади. Видимо, у девочек пока что настроение получше. Я думаю, парни будут обязательно догонять. Вот в любом случае мы должны объединить наши эмоции. Ты думаешь? Да. Может быть, мы сделаем это на нашей сцене? На нашей сцене? Давай, импровизация какая-то. У нас уже есть одна традиция для того, чтобы мы сейчас вам ее продемонстрировали как новому человеку. Я приглашаю на эту сцену 4 парней. Есть? Итак, 4 смельчака, прошу вас, выходите, ручки. Кто руку поднял? Так, я прошу нашу охрану пропустить добровольцев. Молодой человек, выходите, не стесняйтесь, да, прошу вас, вот вы, пожалуйста. Давайте, давайте, выходите. 3 участника, мы хотели 4. Приветствую вас, мое почтение. Есть еще один герой, еще один смельчак, ну, смелее, кто? Прошу вас, поднимайте руку, выходите. Я думаю, что девушки стоят за сценой в надежде увидеть наших специальных гостей, ибо они уже здесь. То есть мы позвали вот 4 человека на сцену, чтобы все поаплодировали? Нет, эти 4 человека сейчас отойдут и примут участие в большом, замечательном, новом, оказывается, для нас конкурсе. Стойте здесь. Итак, мы приветствуем наших специальных гостей, которые помогут нам завершить наш конкурс. Встречайте! На сцене Тамерлан и Алена Маргалиева! Громче, 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 друзья, аплодисменты! Добрый вечер, дорогие друзья! Это исключительное ноу-хау, потому что в честь нашего выпускного наши артисты любезно согласились дать вам урок хорового пения. Петь умеете, парни? Но они, по крайней мере, мне кажется, не думали заниматься этим прямо сейчас. Но, тем не менее, им придется. Что будем петь, ребята? Классическую «В лесу родилась елочка». Замечательно. Кто знает эту песню? Ребята, вы помните вообще с детства эту песню?
Но первую строчку немного. Мы уже вам напомнили. В лесу родилась елочка. Дальше в лесу она росла. Ну что, хором и уступаем место артистам. 3-4. В лесу родилась. Давайте елочка. Поддержим. В лесу она росла. Громче! Зимой и летом стройная зеленая была. По-моему, это не наши выпускники. Лера, мне кажется, мы пели песню, вот, которая, про елочку, которая справа от нас вот сейчас. Мне кажется, мы с парнями сейчас уходим со сцены и даем попеть нашим артистам. Пойдемте, ребята. Друзья, давайте поаплодируем. Встречайте громче аплодисментами! Это наш город мечты Змеев. Следующий трек, который вот-вот, на следующей неделе уже выйдет видеоработа, называется «Hey Yo». Давайте порепетируем сначала. О, многие уже в курсе. У нас будет такое движение в песне, где каждый делает вот так. Давайте еще раз сделаем вместе это. Все, давайте не ленимся. Это будет сейчас очень красиво во время песни. На моем моменте в моей руке вот. Бьется пульс, в твое сердце я с криком ворвусь. Когда запомнили? Вы слышите эти слова, мы поднимаем ручки и пульсируем. И все пульсируем, делаем такое биение сердца в Змеёве. Погнали. Ну что, поехали. Yeah. Знаешь, только ты не один, сердце мне открыл. Знаешь, только ты не один, счастье подарил. Это любовь, как наркотик, и бьется сердце в груди. Ты мой антибиотик, и в этом мире мы одни. Только дай мне возможность любить тебя нежно и осторожно. Моя королева из сказочной книжки, подойди ко мне, будь ближе. Это любовь, обещает быть бесконечно. Закричу я, эй, слова, если можешь лед растопить. Come on. Опа, погнали. Все. Пусть в твое сердце я с криком ворвусь. Yep. В твоей руке. В твоей руке. Пусть в твое сердце я с криком ворвусь. Hey. Закричу я. Hey. Это любовь. Come on. Обещает быть бесконечно. Закричу я. Hey. Не слышно. А еще можно припев петь песню с нами. И. Дай мне свою руку, делай со мной бум-бум. И твои губы моими будут. Астаманьяна, Испания, я. Забирайте на острова, под этот трек только ты и я. Hey, yo, пробежит над городом, в котором мы вдвоем. Ты согреваешь мое сердце. Манит тебе никуда не деться. Ты моя, даже если карта бита. Если наши дороги закрыты, моя синьорита. Слышишь этот ритм, вместе пусть с нами не звучит. В моей руке бьется пульс, в твое сердце я. Не спим, все. В твоей руке бьется пульс, в твое сердце я с криком ворвусь. И кричу я, эй, йо. Эй, йо, вместе с нами. Закричу я, hey, это любовь, это любовь. И здесь погнали! Hey, yo, come on. Это любовь, обещает быть бесконечно. Закричу я, солнце мое, только ты люби меня вечно. Знаешь, только ты. Здесь танцуем, как можем. И пусть в ваших сердцах этим летом звучит хэй-йоу. Что?
Что такое «Hey, yo»? «Hey, yo» — это крик души. Просто так, да? Как вам песня? Понравилась? Плохо слышно. Еще раз. Так, а теперь левая аудитория. Вам песня понравилась? Смотри, как проснулись, ты видишь? Да, какой классный город Змеёв. Все, я запомню его навсегда. А сейчас давайте будем не сочковать, а по-настоящему потанцуем под замечательный ремикс на песню «Все будет хорошо», от которого просто срывает башню, ну и так далее. Вы готовы? Так, договорились, тогда на месте не стоим. Поехали. Label Royalty Inc. present. Let's go! Тимирлан. Hey! Алена Хамаргалиева. И. Все будет хорошо, мы продолжаем шоу. Ручки, ручки! Идем победим, мы большой, хорошо. Мы продолжаем шоу, yes. Упрямо, но с душой. Идем победим, мы большой, хорошо. Спасибо Инди Максу за этот чудесный ремикс. На танцпол бьют полотенце, когда под наши треки зажигают танцы. Это не Ван Дам или Дима Билан, это ваш брат Тамерлан. Со мной Алена, а Маргалиева, и наши имена звучат сильно. В первом клипе помнишь, как это было, когда всю страну накрыло. Не буксуем, а наводим движение. Танцуй, 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 танцуй! Продолжай читать до упора, как говорит потерями Пифагора. С каждым днем растет наша популярность, были мечты, а теперь реальность. Все будет хорошо, мы это знаем, идем вперед, шагов не прекращаем. Let's go! Все будет хорошо, мы продолжаем шоу. Упрямо, но с душой, yep. Идем к победе, мы большой, хорошо. Мы продолжаем шоу, упрямо, но с душой. Идем к победе, мы большой, хорошо. Где вы есть? А где есть вы? Где вы здесь? Уже сравнялись. Let's go! Лайк-волти инк, наша семья, все, что мы делаем, это для тебя. Мой стайл с одесским акцентом, в чем-то мы похожи даже с 50 Cent. Появляются завистники, как и блин, стоит высыхать без воды. И детский характер плюс мужской принцип, я врубаю пацана, а не принцип. Дети богатых родителей, занимаем роль игроков, а не зрителей. У метро Одесса, часть Киева, Дагилан и Алена Маргалиева. С каждым днем растет наша популярность, были мечты, а теперь реальность. Все будет хорошо, мы это знаем, идем вперед, пока все прекращаем. Шоу. Мы продолжаем шоу. Ручки, ручки вверх, все, гмоу. Мы большой, хорошо. Мы продолжаем шоу. Упрямо, но с душой. Идем к победе. Мы большой, хорошо. Отлично, Змеёв. Змеёв очень красиво танцует. Готово, сына? Мы продолжаем шоу, упрямо, но с душой. Идем к победе, мы большой, хорошо. Мы продолжаем шоу, упрямо, но с душой. Идем к победе, мы большой, хорошо. Шо. Ну уже просыпаются потихоньку, смотри. Сегодня дождь, знаешь, видно, весь день спали. Ну что, следующая песня, которая пришла нам из Запада, называется «Пой со мной». Именно так будет называться наш дебютный альбом, который вот-вот этим летом уже выйдет. Именно эта композиция станет просто песней. Погнали! Пойте вместе с нами. Не надо говорить о том, что тебе не подвластно. Сегодня Дэвид Гуэта приехал. Поверь мне, ты найдешь ответ, и тебе станет ясно. И обещаю я петь для тебя, если ты будешь рядом. Только держи мой пульс на заданный курс, и сомневаться не надо. И ручки! Пой со мной. Мы в атмосфере, как кометы. За мечтой.
А сейчас отрыв! Пой со мной! Hey, hey. Мы в атмосфере, как кометы. За мечтой! Под эти звуки выше неба! Ho. Сегодня можно не скрывать своих эмоций. Если хотите кричать, кричите! Именно так! Эй, детка, ты всегда права, только знаешь, не надо. Воплотить мечты, обещаю я, если ты будешь рядом. И я найду твой след из сотен планет. Будем одним водопадом. Только держи мой пульс на заданный курс. И сомневаться не надо. Пой со мной, поем! Мы в атмосфере, как кометы. Ты за мечтой. Под эти звуки выше. А сейчас припев, поем! Пой! Выше неба сегодня наши руки здесь. Все. И. Самик, давай нижний брейк. Come on. И. Пой со мной. Мы в атмосфере, как кометы. За мечтой. Я так хотела объявить следующую песню, но сейчас я поняла, что эта песня даже не нужно объявлять. Вы сами все поймете. Подождите, а давайте угадаем. Танцевальная такая песня, потом подвигаться можно. Вот Тамик вечно загадки задает. Ну, ваши предположения, господа выпускники. Не мучь людей. Прошлым летом играла «С каждого утюга». Как называется песня? Правильно! Так, подождите, плохо слышно. Еще раз. Ну, именно эта песня сейчас прозвучит. Так что опять будем? Последняя песня. Отрываемся все вместе с нами. Ручки в воздух! Навсегда. Все. Проникает в сердце эта мелодия. В эту ночь мы с тобою вместе. Только лишь ты и я. Come on, а где руки? Все ближе. Готовы? Поднимаем. Каждый диджей ставит этот трек на плей, чтобы в клубе танцевали смелей, чтобы было все окей. Но когда открываешь глаза, понимаешь, что это парень внутри тебя, я поглощает с каждой секундой. Пропадаешь словно в тундре. Так гуляет только русский, когда в кармане кэша не пусто. Девчонки, нам не нужны правила. Гуляет так, чтоб вставила. What's up из Киева? Кто? Ты только мой, и я живу тобой. Я никому тебя не отдам. Я только твой, и я дышу тобой. Я никогда тебя не предам. Навсегда проникаю.
эту ночь. Мы с тобою вместе, только лишь ты и я. Come on, с каждым дыханием все ближе, твой выдох и вдох. Только лишь музыка скажет, что это любовь. Тебя поглощен танцем, вокруг паники, все иностранцы. Танцуй, потому что есть желание. Моя любовь окрыляет одним дыханием. Знай же, она правит миром. Не нужно стал ли ты ее кумиром. Капля движения создает вдохновение. Нам правит любовь в это мгновение. Ручки в воздух, камон! Я живу тобой, я никому тебя не отдам. Я только твой, и я дышу тобой. Я никогда тебя не предам. И... А ну-ка дайте больше шума! Окей! Ты только мой, и я живу тобой, я никому тебя не отдам. А сейчас максимально шумим! Ты только мой, и я живу тобой, я никому тебя не отдам. Я только твой, и я дышу тобой, я никогда тебя не предам. Поднимаем ручки в воздух и начинаем делать так. Последний раз. Ты только мой. Продолжите дальше. И я живу тобой, я никому тебя не отдам. Поем, поем. Ты я только твой. Отлично! Похлопайте себе! С вами были Тамерлан и Алена Маргалиева. С праздником вас! Но что-то спасибо. Мне подсказывает, что наша площадь не захочет вас отпускать. Да, ребята? Громче! Попросим на бис!